Ну вот, финиш Royal Auto Show. Все экспоненты уже потихонечку собираются. Пора и нам тоже собираться, вести тачки обратно в секретный гараж Купчино. Было весело, как слово сказать, понравилось участие. Я думаю, будем участвовать еще. Вот таким вот образом уже все. Мы, как всегда, почти последние уезжаем. Там немножко вот автомобилей осталось. Так что, в принципе, вроде все хорошо. Парни, ну как выставка? Офигенно! Ну, хорошо. Ну что, надо тачки заводить? Пошел заводить. Окей. Миш. 9300993. Магазин сантехники. Вот это сейчас был божественный продукт плейсмент. Просто лучший. Лучший. Ну что, много народу фоткалось с машинами? Да хера. А ты просто мега толерантен и матом не ругаешься вообще. Мик, тебе что больше всего понравилось? Обе шеи. А остальные тут же видео много было всего, он еще здесь стоит. Самое клевое — это Шеви. Выезжать же можно, господа? Да. Можно, да, заведется? Мне все можно. Если сейчас не заведется, я думаю. Я, кстати, забыл сказать. Дело в том, что когда мы в спешке уезжали, мы еще утенка не прикрутили и не налепили крест. Сегодня показ мод. Как только открыли капот, народ сразу повалил к машине и стал фоткать ее. Короче, на телок пофиг, главное машина. Телки тоже лезли. Я имею в виду показ мод, ты чего был? Показ мод телок. Ну, а капот открыли, все побежали к мотору. Да. Старый извращенец. Потому что уже телки не интересуют людей. Их интересовала мускулистая тачка с яйцами, вот такими большими железными. Да, зачем он, телки, когда есть такие раз, тачки? Да, он Гендальф как раз поехал уже, все. Кстати, перегорел габарит. Да. Ну, это американская классика, это нормально, мне кажется. 9-3-0-0-9-3. Или это ты сломал? Нет. Ни в коем случае. Ну, хватит уже вообще, что ты... Спонсор показа. Ладно, раскроем. Давай вместе, короче. Ты номер говоришь, я название. Давай. Хорошо. Давай. 9300993. Магазин сантехники. Сантехач. Спонсор показа, да. Что еще? Что еще было? Давай. Миньоны, давайте. Как называть? Иди сюда, да. Давайте. Да, еще. Вот у нас, да, вас трое. Ага, парни, давайте, да. О, нифига. Давайте так, да. Ладно. Давайте. Итак, пиар. Да, понеслось. С вами была команда Racing Portal. И мы предоставляли место на выставке Royal Auto Show для двух Chevy Nova. Ура! 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 Давайте трёхкратно, нормально. Ура! 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 Это пиздец. Магазин сантехники! 9300993. Ссылки в описании. Я нифига не рассказал про Racing Portal, что это у нас портал такой. А, давай. Собственно, Racing Portal — это наш портал, где мы выставляем все мероприятия автомобильные, все мероприятия, которые связаны с автокультурой, любые гонки. Все вот это вот у нас Racing Portal vk.com/rp_. Нормально. Сейчас вот этими заклинаниями можно было сатану вызвать. Rpkme. Да не, Лёль, на самом деле. vk.com/rp.
/SPB. О, а вот и шеф выставки. Ишхан, что вы думаете вообще о происходящем? Как впечатление? Я по глазам вижу, что вы хотите выпить, да? Я не пью. Я не пью и не хочу, в принципе, я устал, честно. Вообще запарился. Такая усталость, как бы прикольная. Ну, она счастливая, то есть. Не, прикольно. Все прошло на ура. Все как бы на довольном, вроде все обнимаются. Знаешь, такое ощущение, что мы чемпионат мира выиграли. Слушай, на будущий год будем мутить такую тему? Мы даже, может быть, будем мутить в этом году. Так, анонс, пожалуйста. Как бы это пока не анонс, это предположение, потому что первая выставка типа была в начале сезона. Все показали тачки, как они в начале сезона. Многие реально не успели, у нас много московских просто сказало: блин, парни, пожалуйста, сделайте в конце сезона, мы вам такое покажем. У нас как бы за прошлый год очень много московских друзей как бы появилось из других городов, и они, ну, реально к маю никто не успевает. Я сам вот еле-еле выкатил тачку, причем на третий день выставки. Не, ну, знаешь, как всегда, да? То есть, да, как бы, да, не готово ни хрена, в последний день ночью как бы прикручивается последняя арматурка. Ну да, огонь, красавчик. Да, Ирхан, поэтому, спасибо. Спасибо, да, удачи. Да, удачи. Да. А где ваша печалька? Печалька, слушай, не до нее, она как бы корни пустила. Не, ну она в порядке. Геликом в 12. Слушай, ладно, хоть ты-то не спрашивай. Ладно, это просто, я как бы, я просто в экран крестил. Господи, пожалуйста, смотрите, мне память быстрее. Как тебе, нет, скажи, как ты относишься вот то, что в Гелендваген поставлен мотор V12 от BMW? Вот это очень важно. Ну, мне кажется, как бы реально, ну, не надо говорить немцам об этом. Ну, и вообще, как бы, людям, ну, ортодоксальным таким, как бы, староверам, скажем так, лучше об этом вообще не рассказывать, потому что это похоже на ересь какую-то. Вот, скорее всего, за это могут сжечь на костре. Каково, думаю, гелик, да, или хозяин? Вообще, я думаю, гелик, хозяин и все, кто просто рядом проходил, они уже прокляты, знаешь. Я скажу керосину. Слушай, ну, у меня есть оберег, у меня староверческий крест есть, я ну, обережен. Слава богу, да, как бы, ну, поэтому... Реально надо аккуратнее, мне кажется, с этим геликом снимать оттуда этот мотор, ставить что-то человеческое, хотя бы дизель даже там, ну не какой-то шестицилиндровый есть дизель, простой. Есть такие, да. Стоит, да, он как бы немного денег, но превратить эту машину реально в гелик. И не надо, пожалуйста, прекратить это дерьмо. Просто тем более V12, это же самый мертвый мотор, как бы они умирают вообще. То есть BMW говно? Нет, BMW не говно. Как Черт, пытаться... я так думал, что ты поддержишь вообще. Не, я считаю это вообще, что M-ки как бы зашибись тачки. Слушай, ну M-ки, да, я в кадре твою руку пожму, мужественно. Да. М-ки, М-ки вообще огонь, М-ки, да, огонь. Сейчас просто все, все мерседесники. Шуаля, убить его! Че? Кадры тебя нет. Да похуй! А, ладно, простите, мы матом не ругаемся вот так поближе. Да пофиг. А, то есть ты за печальку? Я за печальку? Нет, честно говоря, я вот примерно за что-то такое, но мне кажется, что печалька — это полная печалька. Можно реально взять что-нибудь, ну, какой-нибудь Криво, там, Skyline, какой-нибудь Старибана, реально, и что-то делать. Как бы печалька — это такая чисто... Слушай, у нас каждый второй Skyline кривой чисто, Старибан. Чисто русский такой проект, типа, знаешь, пропитанный сало... пропитанный тема. Водочкой, там, знаешь, как бы вот таким форматом. Так и есть, да. Ну да, да, я бы как бы уже сделал что-то, ну, что можно привести к какому-то адекватному виду, реально адекватному виду. То есть как бы хуйней заниматься можно. Как бы там, блядь, ломать, крушить, а что-то сделать из какого-то говна реально нормальную тачку, вот это как бы нормальный проект, за этим будут следить. Я-то печальку как бы смотрю, потому что вы как бы у меня все в друзьях, как бы, и я, блядь, иногда ненароком вижу это дерьмо. И то, о, блядь, нифига что... себе, еще один. Так, 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 что происходит там, мне интересно. Вот, а так, по сути... Я понял. Реально, что-нибудь нормальное там, ну... Айфон продайте, поменяйте на что-нибудь другое. Или... А, ну уже айфон не осталось. Это уже, не, что не пиар, не пиар, не пиар контора. Это пиар контора, это просто на пальму. Это Nokia 3310. Да, ну, именно как ты так это делаешь вообще, скажи мне, пожалуйста. А, у меня здесь надо монитор. Ну, короче, не важно. Ишхан, спасибо тебе, старичок. Спасибо огромное, приятно было. А теперь вот он, весь комнатный дрифтер. Лёх, здорово, куда пошел? Здорово. Здорово. Че, ты что тут делаешь? А мы с ребятами с гараж 13. А, с гараж 13, да? Вот, да, видите, смотрите. Да. Уже сложились. Да, уже сложились, да. Ты зачем сломал Range Rover Академика, скажи мне? Ну, что, говорят, он на эвакуаторе приехал. Ну ладно, так получилось, ну, ненароком. Подумал. А вот наши ведра сами уезжают, видишь? Hell Cars Customs. Нормально. Ладно, остальное пойдет без камеры. Миш, исполни трюк!
Вот оно. Racing Portal на самокате. Royal Auto Show. Беда. Иди туда, там, Люх. Ты чё на самокате-то? Чё? А чё, а где? Да, куда Гендальф-то потерял? Чё? Кого потерял? Гендальф-то куда делся? Ой, хуй знает. По-моему, он тут. Ой, нельзя, но сидит. Ну, чё ж теперь делать? А где эвакуатор-то наш? Вроде погрузили уже, не знаю. А! На самом деле классные ребята. Мы с ними познакомились еще на техноринге. Искренние, добрые ребята. Прозвище у них, как вы поняли, миньоны. Сейчас Гендальф погрузит черную Нову. Красная сама поедет. Просто черная культурная ценность, а красная со всеми документами. Так что с Гольфом-то? А, иммобилайзер не работает. Как ты определил? Я вставляю ключ. Запускаю двигатель. Запускаю. Он заводится, подбрасывает обороты и глохнет. Вот так вот. Может быть, это не иммобилайзер? Это иммобилайзер 100%. Как ты определил? Я вставляю ключ, запускаю. Подожди, подожди. Я не понимаю, что происходит. Подожди, подожди. Так реально, Мишань, а диагностику делали какую-нибудь? Да, делали. И что? Макс, ошибку он выдавал? По-моему, да. Какую? По-моему, какую-то ошибку выдавал, но какую ошибку? Мне сказал мастер, что типа он не знает, что делать. Короче, привози блок, смотреть. Так если менять иммобилайзер, нужен блок мозгов. Да. Нуженка, нужны ключи. Это не проблема. И кольцо. Это не проблема. Оно есть? Все будет. Нужно только одно. Я думаю, косу поменять просто. Зачем? Ну, я хочу сначала поменять. Мы подходим с Лехой. Понимаешь, о чем я? Так, вы можете ехать. Ты шалишь пальцем. Я не понимаю, это реально. Мне нужно поменять катушку, которая на рулевой колонке, понимаешь? Он не знал. Кольцо иммобилайзера. Да. Ну. Правильно. Кольцо иммобилайзера сначала надо поменять. Может быть, дело в этом. Поменяй. Я завожу машину с толкача без проблем вообще. А с толкача заводится? Да, без проблем. А так заводится и глохнет? Да. Так это не иммобилайзер. Это 100% иммобилайзер. Это 100%. Я могу тебе пойдем показать? Нет. Пожалуйста. Нет. Ну почему? Ну блин. Леша, ты жуешь не мозг, это не иммобилайзер. А, Миша, прости. Да вы одинаковые, понимаешь? Нет, не понять вообще. Смотри, я зеленый. А, ты зеленый, хорошо, да. И в кепке. Ну, я тоже белый. Но я белый-зеленый. Короче, мы потом разберемся с твоим гольфом. Но надо как-то быстро как-нибудь решить эту проблему. Я уехать, блядь, не могу. Просто уехать не могу. Я каждый раз из дома уезжаю с толкача. А с толкача она нормально заводится. А когда ключом ее заводишь, она глохнет. Через раз заводится. Через раз. Но заводится и работает. Иногда заводится. И работает. Да, работает. Ну так это не иммобилайзер. Это иммобилайзер. Это иммобилайзер, я тебе говорю. Это 100%. У меня нет слов. Я лучше пойду повешу номер. Мне кажется, это будет более эффективно сейчас. Миша, это не иммобилайзер! Сними видео! Окей! Палец вверх! Так, что тут у нас тут? GDM стайл. И вот как я сейчас вот на две эти фитюльки номер повешу. Хьюстон, у нас проблемы! Хьюстон! Илюх, у нас проблемы. Ты вот зря там вот это вот дал. Почему? Там острая нехватка отверстий. Острая? Острая. Наиострейшая. Может быть, туда на болты, а сюда на хомуты. Нельзя вот эти использовать, сюда повесить. Вот эти отверстия, но вот эти... Где реклама? 9300993. Магазин сантехники. Полный спектр сантехнических услуг. Секретный гараж Купчина. Отапливается нашими силами, собственно говоря. 9300993. Я хочу сказать, из-за ваших усилий секретный гараж Купчина протопиться не может. Не может протопиться. Кстати, могу сказать наоборот. Благодаря нашим усилиям Антонио может теперь ходить в трусах. Раньше он в трусах ходить просто категорически не мог. Не мог. Мы ему помогли. Сбылась мечта идиота. Теперь он в трусах. А ты знаешь, мы такие сидим.
И керосин такой, да, какой-то так. А, нет, спасибо магазину сантехники. Он очень интеллигентно так постучался в стекло. Постучался в стекло и сказал: мужики, мы такие, чего? Что? Когда я смогу в трусах ходить? Когда я в трусах смогу ходить? Ответ был единственный: 9-3-0-0-9-9-3. Отапливайте помещение, ходите в трусах. Все очень просто. Лучший в мире магазин сантехники. Ну, Илюх, смотри, видишь здесь какой заморочек? Вот так вот и все. А, да и вот прям вот так вот, да? А там два самореза есть с той стороны, их можно достать после. А, давай, натурки. Давай достанем. Давай, заводи. Только не сильно пока газуй. А. Ну вот, у меня вновь прев непригодность. Все, нашли саморезики, и Леха согласился, так сказать, помочь привернуть номера. Доставили. Что ради гольфа не сделаешь? А, гольф не у тебя. Да. А? Вот гольф, да, вот хорошо, хорошо. А? О. Чуть о. Побольше газу. Евро ноль. Зато сочно и красиво. У меня тоже евро ноль. По-моему, у всех евро ноль. Огонь. Ну все, в принципе, сейчас уже можно же уезжать. Леха, остались еще вот такие наклейки? Нет, уже нет, мы же все разобрали. Блин, ну капец, что же, наклеек не осталось-то? Скоро будут. Может быть, магазин сантехники проспонсирует? А, магазин сантехники, конечно, проспонсирует. Вы же понимаете, что 9-3-0-0-9-9-3, мы решаем любые проблемы, даже можем помочь с наклейкой. Не проблема, пожалуйста, пожалуйста. От магазина сантехники вручаем вам Hell Cars Customs, секретный гараж Купчино. Котофей Рейс, там хэштег. Все, не, все, не жуй, не жуй, не мозги. Теперь у меня есть наклейка. О, она даже по кону. А, что еще? Racing Portal. Racing Portal тоже вручать. Будут наклейки, да. Обязательно, спасибо. Спасибо. Golf Forever. Огонь. Надеюсь, мы его починим. Вот такие вот американские автомобили. Организатора быстро. Парни, а давай, хотите, я вам посчитаю? Раз, два, раз, два, раз, два. С поддержкой Evil Empire, они, правда, не знают, 9-3-0-0-9-9-3. Не, огонь вообще. Колеса боевые. Вперед просто. Да, да, Ишхан, скажите мне, пожалуйста, почему организатору выставки, понимаете, приходится толкать автомобиль? А, потому что у нас новые фары и севшие аккумуляторы. Огонь, огонь. Давайте, давай, чего так слабенько? А фары светодиодные? Да, да. Да? За... А, скажите, пожалуйста, главный наш спонсор, что вы думаете о выставке? Собственно говоря, что я могу думать о выставке. 9-3-0-0-9-9-3. Магазин Сантехач. www.santehach.ru. Пожалуйста, ждем. Больше никаких комментариев. Спасибо. Все. На сегодня хватит. Это самый веселый финал выставки Royal Auto Show, который только может быть. Жесть. Все, поехали. Машины сгружаются, все хорошо. Давай. Давай. Хуйню поймать. Тихо, отойди. Ой, поставишь, буратино еще. Уточку поставили, да? Да, я офигел. Иху! Ну все, мы вернулись. Банана! Лестница в небо. А там что? Кебаб вообще. Кебаб. А нафиг там это завеса? Да вот так вот получилось. У меня один вопрос, а где вы взяли кебаб? У нас есть кебаб. Богатырь кебаб.
Богатырский кебаб. Беда, короче. Все, поехали домой. Вот на этом и заканчивается выставка Royal Auto Show. Мы вновь вернулись в секретный гараж Купчино. Легенды на месте. Пора все закрывать, ставить на сигнализацию и ехать домой. Как-то так. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки или не ставим. Короче, всем пока, ребят.